философии эпохи Средневековья, так назовем. Вот эти моменты, их много можно перечислять в римской культуре, вызывали колоссальный протест. Во всяком случае, возникает некоторая светская культура, растут города. Вот эта экспансия культуры европейской еще выражалась в крестовых походах. Возникла, кроме того, инквизиция. Ну вот уже я, по сути дела, перехожу к непосредственно, да, уже пора, да, непосредственно христианской культуре. И тут вот нужно назвать типа источники, да, источники христианской культуры, источники всего христианства, христианской религии. Такими источниками, мы уже говорили на прошлом занятии, были поздние римские философские учения, стоики, киники, неоплатоники, последователи Аристотеля. Эти поздние римские философские учения были источниками. И, естественно, неоплатонизм. Неоплатонизм распространился и в Риме, и в большей части по окраинам. В Северной Африке, в Александрии, тоже Северная Африка, да? И в Средней Азии, в Сирии нынешней, и там в соответствующих Дамаск и других местах. Эти неоплатоники, один из них Плотин, его имя Плотин. Ну, это так, если про Плотина тут давать, значит, надо. Плотин, 205-270 годы. У него, он сложил как бы воедино, соединил воедино идеи Платона. По Платону у каждого вида предметов есть свой прообраз, первообраз. Идея стола, идея человека, идея лошади там, и так далее. И эти идеи у всех предметов Плотин соединил в единый комплекс. И он назвал их этот комплекс «единое». Это «единое» существует как внутриприродное, тем не менее. Это еще не христианский бог, который потусторонен, который чужд миру, или, как сказать, совершенно не внутримировой, а именно сверхприродный, потусторонний, мистический. Это еще и внутриприродный какой-то комплекс идеальных начал. И этот внутриприродный комплекс порождает и идеальные подкомплексы, и материальный мир в целом, в его разделенности на отдельные предметы, порождая за счет своих эманаций, излучений, так, наверное, да? Эманации единого порождают сначала души ангелов, потом души отдельных мистических существ, потом души человеческие, а потом порождает этот комплекс единое, порождает материальные стороны, обеспечивающие эти духовные образования человека как физическое тело, природу как телесное образование, которое тоже сопряжено с определенными идеальными началами. То есть как-то вот эту платоновскую систему Плотин иерархизировал, сделал единый центр, и за счет излучений дочерние образования образовались. И тогда в этой системе человек представляется, если о человеке повести речь, человек представляется двойственным таким, как и во всем потом христианстве. Он и телесен, и духовен, но телесная сторона человека внешняя, придаточная, вторичная, а первичная и сущностная – это духовная сторона. И природа. Природа тоже сотворена первичными абсолютами,
результат эманаций. И поэтому природа создана по образцу первичных духовных начал. Поэтому, если человек видит в природе нечто, то это же результат. А результат никогда не бывает равен истоку идеи. Поэтому следует человеку стремиться не к природе, изучать ее, а нужно стремиться к тому первообразу, который ее порождает. Там сущность, смысл, красота, истина самой природы. Нужно отворачиваться от природы, проскальзывать мимо нее своим вниманием и устремляться ввысь, туда, в источник этого природного состояния, этих природных предметов, явлений, состояний, общества в том числе. И вот эта тоска по абсолюту, по единой причине, первопричине духовной, которая порождает и природу человека, телесного человека, телесную сторону человека, вот эта тоска сформулирована неоплатонизмом. Плотин, там, Порфирий, Ямблих, я не буду обо всех, это не успеешь, ничего. Вот это интересно. Интересное такое явление. Удвоение мира. Не замыкание человека внутри себя, телесного и природного, а именно прорыв сквозь свою природно-телесную сторону, стороны, к абсолюту. Такое представление или предначертание, такое предуказание человеку, как жить, было сделано, конечно, впервые. И это еще не христианство, я повторяю. Не христианство в том смысле, что это еще не Бог. Это еще не потусторонний мистический Бог, который абсолютен и который личность, и который сам по своему произволу что-то делает. Это единое. Единое внутримировое, внутриприродное, что ли, даже так, внутримировое начало и центр этого мирового комплекса, мировой этой системы. В этом еще античность, что существует природа и реальность, и в ней есть идеальное первоначало. Даже у Платона идеи были не потусторонние, не мистические, а реальные. Они лишь первичные по отношению к предметам, но они не мистически потусторонние. И это же сохранялось и у Плотина в неоплатонизме. Ну вот эта сторона. И это, конечно, предшествовало христианству как уже более изощренному представлению о мире, как более изощренной картине мира. Ну а другие источники мы тут немножко разбирали в прошлом семинаре, скажем, стоицизм. Это просто этическое уже течение, которое предписывает, ну не просто там первоначально, у них есть, или в стоицизме есть и философско-мировоззренческая сторона, так сказать, онтология, представление о бытии мира, что мир един, устроен закономерно, это берется от Аристотеля, от мирового разума или мировой от перводвигателя, то есть аристотелевского или Бога. У Аристотеля был внутримировой перводвигатель, который определяет отдельные предметы, их состояние и так далее. Эту исходную позицию, которая восходит, наверное, что и к материалистам древним, берут стоики и потом строят только этику, ту, согласно которой человек должен подчиняться этому мировому мироустройству, этому мироустройству, этой системе мира, этой целостности. Человек – это орган в буквальном смысле большого всеприродного организма, и он должен подчиняться ему, не обращая внимания, невзирая, а даже наоборот преодолевая свои индивидуальные позывы. Человек должен подчиняться целому. Об этом и Сенека, и хоть он был, так сказать, царедворец, и чиновник высокого ранга, и раб Эпиктет, и другие стоики заявляли, что человек не должен жить по своему личному желанию, произволу,
а должен жить так, как ему велит обстоятельства, велят обстоятельства, система, в которой он находится. Желай, чтобы все происходило так, как оно происходит, и ты будешь счастлив. Не ропщи, не возмущайся, не отклоняйся, ступай в огонь, иди на войну и находи в этом счастье, если тебя посылают. Как твоя нога не может же не ступить в огонь, если ты ее туда ставишь. Она бессмысленна, она безвольна. Так и ты безволен в организации своей жизни. Ты должен подчиняться заданиям, задачам, буквально непосредственным целого. Вот и этот стоицизм, следовательно, конечно, стал, мы чувствуем это, истоком христианской религии, христианства, согласно которой... Этому, согласно которой человек должен подчиняться Богу, подчиняться Его велениям, Его личным, его личным Бога, настроением, намерением, желанием. Если Бог делает что-то, это справедливо, это единственно правильно, ты не смеешь обсуждать, осуждать тем более, и должен безропотно выполнять. Это состояние рабства, раба Божьего. Вот это состояние было естественно и является естественным для раба вообще. Если человек раб, он принимает принцип, если человек раб и соглашается с рабством, он принимает этот принцип как единственный, как священный, как святой, необходимый, неизбежный там, и так далее. Привычка к рабству, соглашение, согласие с рабством делает человека еще большим рабом. Если человек противостоит своему рабству, осознавая его, осознавая себя рабом, то это уже не раб, а революционер. У Ленина есть такая фраза, да? Если человек, слюнки текут у человека при виде, при мысли о своем рабском состоянии, так это холоп, хам. А если человек возмущается своим рабским положением, то это уже революционер. Такая мысль есть у Ленина. Ну и у любого, видимо, здравого человека такая мысль есть. А христианство именно это состояние представляет как единственным, справедливым, нормальным. Поэтому в центральном документе христианства Нагорной проповеди Иисуса Христа, вот опять я не взял Библию, надо брать. В Нагорной проповеди Иисуса Христа четко написано, кто угоден Богу, Иисусу Христу. Евангелист провозглашает: «Блаженны нищие духом, блаженны бедные, блаженны плачущие, блаженны гонимые». Вот они угодны, блаженны, они угодны Богу, они составляют образец человеческого состояния. Подчиненные, плачущие, униженные, гонимые, и, кроме того, еще и нищие духом. А нищие духом открываешь толковую Библию, и там церковники, ну, изгаляются или изощряются в оправдании этой фразы. Они говорят, нищие духом – это, мол, добрые, это, мол, не злые. Ну, какое? Нищие духом – это дураки, это глупые, это необразованные. Как раз христианство и возникало как религия низов, темных низов, необразованных, и вот эта необразованность, эта темнота человеческая представляется как достоинство. В христианстве все вывернуто наизнанку. Естественное человеческое желание утвердить себя, достичь истины, доказать другому свою правоту. Вот естественное желание человека предъявлены как противоестественные. Вся христианская мораль вывернута наизнанку. Как ни объясняют до сегодняшнего дня церковники, что христианская мораль – это мораль любви, доброты, выше, чем всякая там, как они говорят, языческая. Ну, как бы то ни было, доброту не обойдешь, любовь. Как? Если сказать, что мы, христиане, против любви, так это будет вообще как-то нелепо. Конечно, они за любовь, но они одновременно за нищету духа, за дураков, за непросвещенность, необразованность. Вот это до сих пор, сегодня в динамике, слушаю я, есть такое христианское радио, не радио «Мария», а другое христианское радио, которое работает на одной волне с радиогазетой «Слово», КПРФная есть программа, и она только на длинных волнах. У меня приемничек один только на FM. Так FM что? FM только через передатчики прямой видимости работает.
Если мы слышим по вестям FM или там по радио FM Москву, то она через систему передатчиков к нам доходит, как мобильная связь. Сейчас нет приемников, которые бы работали на длинных волнах, на средних волнах, только FM. Странное дело. Нас ограничили в культуре до расстояния видимого, если ты даже на вышку поднимешься, видимое расстояние, сколько там с вышкой ты увидишь? 15 км. Надо следующую вышку ставить, чтобы увидеть отсюда, скажем там, Новгород. Услышать по радио. Нет радио, если в Новгороде радиостанции. Только FM. А FM работает только в зоне прямой видимости, как телевидение. И нужны дополнительные передатчики. Так вот, эта радиогазета «Слово» КПРФная, абсолютно КПРФная радио, нормальная для них. Она работает только на длинных волнах. И у меня есть приемничек старый, который длинные волны еще ловит. Так вот, даже по этой религиозной, там они одновременно, часами, несколько часов КПРФ, несколько часов на этой же волне христиане. И там они до сих пор проповедуют именно такие вещи, что наука все равно это скверно, знание это нежелательно человеку, надо верить. Вот верить достаточно, веры для человека достаточно. Я задерживаюсь на стоицизме, который требует именно послушания, чувствования человеком себя рабом Божьим. И это, конечно, значительный источник христианской религии. Ну, еще мы говорили о кинизме или цинизме. Киники – это последователи Сократа, которые зародились еще при жизни Сократа и позже уже пошли как отдельной такой струей. Они представляют собой пропаганду простоты, опрощения, примитивизации, следовательно, представляют собой отрицание роскоши, протест такой, своеобразный протест. Роскошь – это зло. И нужно вопреки этой роскоши, буквально там в текстах у киников такие есть вещи, оставь свою семью, оставь свою жену и детей, и иди в простой одежде, и пусть в твоей котомке лежат только свитки твоих рукописей, написанных с двух сторон, почему-то там так сказано, и горсть бобов, и больше тебе ничего не нужно. Ни семья, ни жена. Если все живут семьей, накапливают там деньги, если стремятся к богатству, то все это извращение. Надо жить бедно, просто, примитивно, обращая внимание, как животные живут, или принимая за образец то, как живут животные. Ну и это тоже воспроизведено в Нагорной проповеди. Птицы небесные, не думайте о том, что вам есть завтра. Птицы небесные не сеют, не пашут, а Бог им дает. И не думайте о том, что вам есть и пить завтра. Будет завтра день, Бог даст вам пищу. И не делайте себе сокровищ на земле, где воры подкапывают и крадут. А делайте сокровища на небесах, ибо душа не более ли, чем тело? Это текст близко к тексту из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Вот такие вещи. То есть нищета, бедность как образец. И даже в других местах у Иисуса Христа есть такие вещи. Кто-то там у него спрашивает, что надо, чтобы идти за тобой. А Иисус отвечает просто: раздай свои одежды нищим, имущество раздай другим людям, надень власяницу, какую-то там одежду из шерсти грубой, и иди босиком за мной. Вот тогда ты будешь моим последователем. Если ты будешь нищий, бедный, у тебя не будет семьи, ибо враги человеку домашние его. Написано там же, в Нагорной проповеди. Я как-то больше внимания на нее. Хотя эта Нагорная проповедь представляется церковникам сегодня как средоточие человеческой нравственности. Как-то в Пскове я жил, и со студентами пошли к архиепископу областному, чтобы он разрешил нам посетить Печорский монастырь. И организовал бы там экскурсию. Мы сначала обратились непосредственно в монастыре, а они сказали, с разрешения архиепископа. Тогда студенты группой пошли к архиепископу, и он нам там дал это разрешение, по телефону, и подарил студентам Евангелие
и сказал, что эта вот книжка достойна того, чтобы если бы она была одна на свете, а всех остальных книг не было бы, это было бы человечеству достаточно. А в этой книжке Нагорная проповедь Иисуса Христа. Вот пуповина культуры человечества. Этого достаточно человеку, чтобы стать человеком. Вот так говорил студентам. И вот эти вещи зарождались уже на основании позднеримских учений, киников, стоиков, скептиков, перипатетиков, неоплатоников. Ну вот так о теоретических источниках. Видите, как у меня получается, если смотреть подробно, будет и долго, и мне трудно листать. А так по просто памяти мне тоже нелегко. Хотя так вроде все и знаешь. Так, ну и вот это о источниках.